У вас есть кредиты? Зачем? Нет, конечно. С кредитами я не балуюсь. Нет, я студент, кредиты не беру, нам их не дают. Живу посредством. Ну, когда машину покупала, брала, сейчас нет. Ну, наверное, как и большинство людей, да. А на что именно берете? На недвижимость, на транспорт. А бытовую технику что такое? Ну, бытовую технику предпочитаю покупать за наличные средства. Нет. Взяла на машину, на покупки машины. А еще какие-то брали? Все, больше нет. Нет, не брал. Ну, я еще студент. Нет, не беру. Отучили. В данный момент кредит. А бытовую технику что-нибудь такое? Да. Конечно, беру. Нет. А что брали, например? Все, что из бытовой техники. Ну, стараюсь обходиться без них. Нет. Почему? Мне зарплаты хватает. Последний кредит я брал на ипотеку. И сейчас я на 18 лет в ипотеке. Текущие расходы. Брала на квартиру под последний кредит, который был. Нет. А почему? Не было как бы возможности. Нет нужды. На текущие. Ну что именно? Вот квартиру, бытовые какие-то? Нет, просто бывают текущие нужды. Чаще всего на нужды предприятия даже. Ну, в основном ипотечного плана кредиты. То есть на жилье. Берем. А что именно? Ой, все. А зачем? Достаточно зарабатываем, чтобы кредит брать. На всякие. Ну, жилищные. Никогда. Почему? Играть нельзя с государством. Это всегда обман. Говорят, одни проценты, а платим втридорога. Машина, такие крупные покупки только. А бытовую технику в магазинах что-нибудь берете? Давно не брали. Ну, раньше к этому прибегали. Сейчас стараемся как-то за раз приобрести такие покупки.